отношусь к поправкам в Конституции нейтрально отрицательно. Не интересуюсь этим. Ну а почему? Девушка, у меня других проблем, у меня здоровья нет, я переживаю. В принципе, это необходимо, да, в какие-то статьи вносить изменения. Потому что все течет, все меняется. А почему негативно? Очень много авторитарных поправок. С одобрением и с восхищением, что у вас такие умные. Нет, мы знаем, что меняется. Но откомментировать вам это не можем. А объясните, почему, просто в двух словах. Потому что Конституция должна быть... Нельзя ее трогать вообще. Мне немного непонятны такие правки и вообще зачем они вводятся в целом. Бога, мне кажется, это не очень актуально для многих людей будет. Ну, то есть, если я верующая, для меня, может, будет и актуально, а если человек не верующий.